Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первая книга Библии, Бытие, 2 глава, 22 стих. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. И далее. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Тут сколько закрыто, не открыто еще по сей день тайн. Мы не знаем, в каком часу дня это было, как долго они были вместе в раю. То есть эти вопросы пытались раскрыть, но так как данных в Библии нет, все остальное как сказка. Итак, сегодня день Вознесения, воздвижения креста честного животворящего. Что о нем знают люди? Я помню, отец наш говорил, это означает... холодно, и вся тварь воздвигается по норам. Мыши, змеи уходят. Другого ничего не было. Народ вообще не знает. В религиозном плане это возникло никак не раньше 4 века. Мать Константина Великого, Елена, решила найти крест. То есть археологические находки бывают иногда. Но спустя 4 столетия, 3 столетия... искать под землей дерево. Вот строим сколько там, 15 лет, что там, даже пропитано все. Ну, гниет. И гниет оно не просто гниет, это какие-то там микробы, живые вещества, ржавчина. И все это, ну, моль еще видно. Это тоже тайна для нас. Можно как-то избавиться. Ну, а почему, какое отношение имеет к сегодняшнему дню и день, тем более постный? Ну, постный как? Можно там, после обеда с маслом разрешается. Увязано как? Крест. На нем был Христос. Крестом дается нам спасение. Я коротко только коснусь этого. Иоанн Златоуст говорит как? Трезубец, как вилы, трезубца и с жабрами. Туда воткнула, обратно не вытащишь. Она... вот. Трезубец был. И через трезубцем этим ударил дьявол человека. Дева, древо и смерть. Дева, Ева, древо. Познание добра и зла, и смерть Адаму. А в Адаме все умирают. Вот и все. Далее будет. Этот же трезубец Господь вырвет и ударит его в голову. Дева Мария. Древо, честный животворящий крест. И смерть Христа. Во Христе все оживут. Это я за того сказал так. Нашел эту тайну. Я сегодня хотел коснуться только первой части Девы. И ее... на месяц тему эту не объяснишь сколько. Я просто некоторые данные дам, чтобы вы знали. А дома что-то прочитаете. Вот слово «женщина», «дева» встречается в Библии более 2000 раз. Где ты можешь охватить? И все это на разные поступки. А мне вчера только позвонили и сказали: скажите на эту тему слово. Как правильно жениться? Как выбирать себе невесту? На что обратить внимание? Потому что разваливается все. Повторяю, за первые 4 года в стране, после свадьбы, 4 года, 84,6% разводов. Это официально, а неофициально намного больше. Хотя жена главного, кто создал Советский Союз, говорила, 17% разводов – это национальная катастрофа. Это сколько катастроф мы... От женщины много зависит. Как бы муж что ни настаивал, она должна слушаться только в добром. За время только перестройки, официальные данные, 120 миллионов абортов. Миллионов! Это страна огромная, и где она погибает, захлебываясь кровью. Вот по этой теме хотелось рассмотреть, чтобы старшие могли передавать опыт молодым, дабы они не попали в эту глубокую яму. У Сирахов, у нас здесь нет этой книги, 4.1, Бытие, прочитаю еще. Тут канонические у нас такие книги. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. От Господа. Ты не имеешь права его прикасаться, убивать. Приобрела я от Господа. Ее никто не учил, никаких там не было нигде подсобных сооружений. Сегодня все, там специально молодым мамам продавать и уговаривать.
Это сколько надо иметь детей заранее? То есть остальные как? Никак, убиваю, выбрасываю. Сирах в 25 главе 27 стихе говорит: от женщины начало греха, и через нее все мы умираем. Все мы умираем. Сегодня дается данные. Через женщину умерло более 100 миллиардов человек. Через нее все мы умираем. Вот чтобы приготовить сосуд благости, святости Божьей Матери, ушло 5508 лет. Ну на какое-то дело решили иметь. Это было в Германии. Отбирали специально людей, замеряли нос, глаза и отдельно отделяли. Это высшая раса людей. Ну таких же давали офицеров, они зачинали, они же не мужья были. И уже худо или бедно 200 тысяч нарожали этих. А война-то кончилась. Теперь этих, которые нарожались, а они уже взрослые, там лет по 15 было, их преследовать начали. Ну и действительно, они не похожи были на обыкновенных людей. Какая стать, как они выглядят, как, ну везде они хорошие, но Бога ни она не знает, нигде. Мне иногда приходится слышать жалобы от людей. Я говорю, а зачем ты женился на ней? Глупый был. Искал что? Что была красивая. Красивая спереди, красивая сзади особенно. И тогда я женился на ней. А теперь там годы прошли, верующий. Я не то искал, надо было искать послушание. А послушание искать, если хочешь, если только ее мать не разведенка, поближе с матерью познакомься. Большую часть она унаследует оттуда. Как она с отцом разговаривает? Вот женщина, если мужа слушает, то у нее никакого прозвища нет. Жена хорошая. А если мужчина слушается и делает по ней подкаблучник, и показывает высокий каблук, у нее голова с той стороны, а сам с этой, она наступила на голову, и он спрашивает, что делать. Вы имеете в виду для своих детей, потому что Священное Писание, оно неизменное. А у Сирахова мы считаем, если у тебя есть дочери, не показывай им веселого лица. А не так, что столько дочерей в доме, то и смеется человек, спит, и он не знает, что дальше будет. Писание говорит, не показывай веселого лица. И дальше перечисляет пункты, по которым ты можешь ее потерять. Она сделает тебя позорищем, когда в доме отца забеременеет. Позорищем. Ну, конечно, не о нашем времени говорится. Она еще даже нужды никакой нету. Когда я что-то говорю о мусульманах, говорят, а я был с мусульманами, видел. Не видел ты их. Ты видел тех, которые называются мусульманами. Настоящие мусульмане – это абсолютно другие люди, чем мы. Мы проехали всю Европу. Встречались с ними. В доме Муллыны ставка была в Азербайджане. И скажу, что они смотрят. Не как у нас. У нас вот как, одеты, ну, написано, что платье было не выше 10 сантиметров. Ниже может быть, а выше нет. Вот тут сестры приходят иногда, платье до полу. Вот так ходили. Господь, говорит, прогневается на твои дела и поднимет подол тебе. И видны будут пятки. Даже пятку не видели, оказывается. Как Виктор Гюго говорит, она садилась в кабриолет и маленько платье подняла, чтобы шагнуть на ступеньку. На чем едет-то. Обернулась и увидит там какой-то карнет стоял, молодой офицер-то. И она даже, ну она-то была молодая, потом в монастырь пошла. И теперь, вспоминая об этом, под старца она все еще вздрагивала. Что он видал в мою ногу, самую лодыжку видал. А ведь сегодня так как, даже у нас сестры. Платье на, по норме, без нормы, у нас смотрят зрители, смотрят, как идут, сразу раз, чуть ниже колена, и взрослые, и ничего нельзя сделать. Посмотрите, как одевается. Это называется воротник. У живот называется ошейник, он на шее. Он должен вот так вот захватывать все. У женщины обязательно здесь доходит, дальше вниз сюда, и видно, как там в груди. Лишь бы соски не были видны. В Америке закон. А ей охота показать. И начинается операция отрезать соски. С ума можно сойти и упасть. И комитет американских женщин пишет большое послание мусульманам, те, которые там в Саудовской Аравии, Йемене. Какие вы счастливые, как вас мужья берегут. А нас выставили на позор. Салоны красоты, соревнования где-то. А как ты стала? Одна алтайская стала. И дает интервью. Все через постель делается. Те, кто основывает, они для себя это делают. Обмеряют, какие формы, сколько, куда и прочее. Я говорю о том, что есть в мире, и говорим о том, как должно быть. Страха Божия нет. Бесстыдство. И это не сегодня.
Они дочери красивые, да, и сыны Божии стали ходить к дочерям человеческим и рождались исполины. Вы считали в Библии об этом? Но Господу было не угодно об этом, что верующие на комсомолках женились. И пришел потоп и потопили. Как считать, сыны Божии там от Сима, ну, а это, очевидно, были там Хамово племя, они исчезли. Но не ангелы. Не ангелы, как там Евангелие написали разные, Еноха и прочее. Нет. И вот мы прочитаем несколько мест. Екклесиаста 7.28. Так много считать не будешь, потому что... Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. Искал, и ни одной не нашел. Это время 3000 лет назад. В 1861 году Федор Михайлович Достоевский записал, зная людей, это считается один из самых лучших психологов мира. Его можно сравнить только там, еще называют, какой-то англичанин был. Он в самую психику души проникал и говорит, десятилетние и уже развратные. Десятилетние и уже развратные, два раза повторил. Десятилетние, а сегодня-то что делается? Специально в школе учат этому. Это назвали валеологией. Как правильно развратничать, не забеременеть, а если есть, то как это сделать. И даже пусть родители не знают. То есть учителя развращают людей. Это даже помыслить нельзя. Про одного считал я, он, его книга сохранилась о насекомых. И как пыльца. Пыльца-то есть тычинка, опыление идет. И он так и написал. Вот это женское, как вот... Облепиха там, мужское дерево, женское, без этого оно никак. И он написал, и когда узнали, родители сразу же забунтовали убрать его оттуда. То есть это дети могут понять о человеке. Когда считаешь, да это было всего, да не где-то в развратной Франции, 200 лет назад. А он о жужжалках там писал, о цветах. Его книги переиздаются, так интересно написано. Вот эти слова были его для родителей, как бы указание на то, как делать разврат. Мы должны делать какую-то поправку. Для чего искала или мать Елена этот крест? Веры не хватало. Искать какие-то предметы, вот это, чаша Грааля, там кто-то кровь в чашу взял, ее Гитлер искал, и у кого она есть, тот непобедимый будет. Это все выдумал не Бог. Это когда не хватает веры, пустота, нет любви к Богу. И она будто бы нашла три... креста. Да там не три было, там 33 или 333. Это место казни. Казнили, но приходило время, когда кресты эти негодные были. Это естественный слой. Они гнили. И вот три нашли. Это прям такая подгонка, вот считаешь, когда и мертво хоронят. И Макарий оказался там, патриарх. Положили один крест на него, второй нет, а третьего он воскрес. Ну даже допустим, хотя все невероятно. Допустим, ну даты-то этой нету. Елена строила храм. И вот этот праздник, который мы отмечаем, он относится к тому, что храм стал действовать. Ко кресту никакого отношения нет. Его просто произвольно прилепили к этому и все. Это не где-то с Хабалиновичей считаешь, у других профессоров, духовных академий. Мне бы никогда это не узнать. Но мы воспользуемся этим случаем. Мы будем благодарить Бога за приз на Деву Марию. Но дьявол и здесь не дремал. Главная фраза, которая в ее жизни была, «Да будет мне по слову твоему», она сказала ангела. «Се раба твоя, да будет мне по слову твоему». Не по слову мужа, не по слову, которое в школе тебе будут говорить. Когда Писание, Писание это вот то, что мы говорим, речь ангела была. «Да будет мне по слову твоему». Вот эти слова бы надо всем женам дома написать, что Бог говорит. Книга Судей, 16 глава, с 18 по 20 стих. Что женщина любит в мужчине? Я зато подробно это все разбираю. Я его насчитывал 12 томов, поэтому сохранилось кое-что в памяти. Чтобы мужчина выглядел элегантно, одетый хорошо был, статный был. Неплохо было, что вот мужчины не говорят красивые, привлекательные, симпатичные. Ну и очень женщина ценит, когда он сильный. Сильный может заступиться.
И вот такое всем качеством удовлетворяющее, притом самое высшее качество, в мире ни у кого не было, был только один человек. Имя ему Самсон. Вот я когда считаю, как бы ни в Библии никогда не поверил, но в Библии я обязан поверить. Он взял челюсть, мертвого осла, челюсть, она в руках, ни пика, ни далека. На филистимлян напал. Воины стоят с пиками, ничего не могут сделать. Как он мелькал между ними. Ударил одного, убил второго, на него второго убил. Третьего, десятого, сотого, пятьсотого, тысячу человек убил челюстью. Тысячу. А однажды спал он там, вышел, а они у ворот караулили. Видно, стражи заснули. А он городские ворота вырвал с косяками вместе, утащил на гору и бросил. То есть, ни один бульдозер не сделает, ни один кран этого не сделает. Сказать даже нельзя, почему. Благодать. Все кудрей у него видели. Златоуст подробно описывает, как женщины на него смотрели. А женщины это тоже видят. Я однажды явился как бы участником. Ко мне приехал человек, внук канонизированного Вениамина, Иннокентий, митрополит московский. Он просветитель севера был. Его как бы внук приехал. Ну, да, действительно, мужчина выглядит. Под 1,90 м с лишним. Рост, кудрь сам белый. Не то, что у нас там голый череп. У него все. И он зашел там, где мы жили. В то время квартиры не было. А там одна была беспризорная. Плюхала, все каждый день стирала. Вот такая вот Татьяна. И она только взглянула. Я уж через неделю прихожу, она смотрит, ах, что за мужчина? Что, как повезло, что за женщина, что за мужчина? Замужем не была никогда. И вот опять проходит время, я говорю, помните, был мужчина, ой, что за мужчина, глаза закатят. Это в человеке заложено. И в такого человека женщина предала. За какие-то деньги, когда у него все было. Я не могу так сказать, чтобы вы это поверили, что в женщине это заложено лукавство, хитрость, жестокость, ядовитость. Это я вам Златоуст подробно говорит. Все в мужчине было. И он никого нигде не полюбил. Когда мы считаем книгу Судей 25-27 и 28, послушаем, как он женился. У него ничего не было. Пьянка, блуд и драки у Самсона. А он занесен в списке, которым надо подражать. Апостол Павел в послании к евреям об этом пишет. Но не в этом подражать. 25-27. Судьи. Какая глава? Глава. А, нашли? Да нет, бытие виноват. Это я просмотрел просто где-то. Судей 16:18-21. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала филистимцев, владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Ну, знаете, история это до конца дальше. Здание громадное, 1000 людей, это огромное здание. Он только спросил, на чем, где держится колонна. И как он потряс это все, и как камни начали, и он умер вместе с ними. Так отомстил филистимлянам за поражение. Она приходила ему, когда в цепях сидел, молол, работал, передатчики носила. Нет. Большего предательства просто мы не знаем, чтобы вот иметь все и сделать, что ничего нет. Притча Соломона 2:18-19. А Соломон узнал толк женщины. Вот поставьте рядом 700 женщин. Самых лучших отбирали. Специальные люди ездили по стране и смотрели, как она выглядит и прочее. Замеряли, привозили, говорили. 700! Ну не хватило, это 300 еще наложниц, 1000. А тот Владимир, который Русь крестил, у него было 2000.
Даже вообразить нельзя, зачем они были нужны. Но с каждым приходил, и дети рождались. Вот человек, а мы сейчас посчитаем, в заповеди было, чтобы у тебя не было много жен. Они нарушали это. Какую катастрофу потерпел Израиль? Притча 2, 18-19. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Речь идет о женщинах. 5:3-5. 5 глава, 3-5 стих. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего. С 3 по 5 стих, 5 глава. Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче лея речи ее. Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. 7 глава. Тут много. 16 по 27 стих, но немножко просчитаем. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Женщина встретилась, а он сидит в решетку, смотрит, решетка, ему видно. Молодая женщина обнимает, целует и говорит, муж в командировке, аккредитивы взял, не скоро вернется. Насладимся любовью до утра. Это любовью называется, да? Спальню мою надушила смирную алоэ, корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. И далее до 27 стиха, прочитайте, кому надо, увидите. И он пошел, как волну в бой, доколе стрела не пронзит печени, как оленю. А это на каждом шагу сегодня. А почему? А страха никакого нет. Почему? Да потому что этому не учат. А в Библии говорится, если она вышла замуж, родители специально готовят все, но самое тщательное готовили ночную простынь. Это просто будет сопровождать ее всю жизнь. И утром они тогда показывают. Вот она, девственница была. Я видел, ролик поставили, как уговаривают одну, чтобы она показала себя, девственница она или нет. Мать, тетки собрались, она плачет. Она никогда не видела, солнце, говорит, не видела тела моего. И наконец они узнали. Они поздравляют друг друга, смеются, радуются. Но у нас никогда этого не было за 2000 лет в России. Что она девственница. А если не девственница? А не девственница, а как узнать? Опять муж может сказать. Пройдет время, ему надо разжениться, снова жениться. А они эту простынь родители берут и хранят. И тогда она и подписи делает все, что вот она, видишь, свежее доказательство. Тогда расстилают, доказывают. И тогда суд его как судит, что с ним дальше будет. А если она оказалась не девственница, привести к дому отца и убить. А если это дочь священника, о, это серьезнее. Разложить костер и перед домом отца, и чтобы отец видел, сжечь ее. В Библии это написано. Я узнавал очень хорошо у мусульман, та же самая мерка. Прямо живой он, мальчик, ну не больше, там 15 лет стоит, его интервьюер берет интервью. А где отец? Он джихад совершил, он умер, он взорвал себя, и там 5 человек за собой у русских убил. А мать живет одна? Одна. А если она будет приводить мужа на ночь? Он помолчал. Зарежу. А дочка у тебя сейчас уже 12 лет. 12 лет выдают замуж. Она будет, ну даже не домой сразу. Зарежу. Я против этого зарежу, но каково? К зубному врачу показывают, ведут. Врач знает. Еще раз предупредили. Ниже подбородка, чтобы рукой не касался тела. Отец сидит и брат, руки лежат на кинжалах. Нам вообразить нельзя, это сказки какие-то я рассказываю. Но мы где ездили? Мы видели, как они одеты. В Хабаровске везде идет она, платье по полу идет. Сама видно беременная, муж рядом, усы, правда, бреют. Я правитель говорю, который настоящий соблюдает. Мы должны увидеть, какой мы пример даем. У наших сестер вот так вот воротник вырезано и вот так вот. И с таким одеянием куда-то едут, показывают. Другой одет, вот так вот вырезано. Мирские люди. Да разве рожденный от Духа Божия может быть бессовестным таким? Для чего ты показываешь грудь, когда мужчина у мужа закрыта, а ты показываешь? Это люди, которые у нас здесь потеряют.
Вы сами проверьте себя, сестры. Посмотрите, на кого вы похожи. И для чего эта лужа? Это самая ценная женщина. Как она должна закрывать? Сколько всего? И платок-то трудно надеть на людей. Смотришь, наши идут без платка. А у них без платка мы не видели ни одной. Всю Европу проехали, ни одной. Сидит за рулем. У них хиджаб, лицо одно только. Я увидел и показал, как ты одета, хорошо поклонился. Она улыбнулась, поклонилась, поехала дальше. Это Болгария. Это мы видели в Испании, во Франции, в Германии. Везде одинаково. Негритянка идет по полной форме, платье до полу. Это не игра. А у нас как мимикрия какая. Пришли, переоделись, а дальше пошли как хочешь. В город едут, платье до колен. Вот приезжают где. Зачем это делаете? Мимикрия — это значит подделываться, переделываться. Здесь с поясом поехал, сбросил. Наша девочка в городе, я говорю, без платка. Почему без платка? Она не может ничего сказать. Волосы красивые, ты их покажешь другому, мужу. Вы маленько за этим-то смотрите, приучите. Мы проехали буквально всю Европу и нигде не видели ни одного платка на женщины, кроме мусульманок. И ни одну из них мы не видели без хиджаба. Вот, вот вы надеете вот платок, это хиджаб самый настоящий. И когда мы показываем, они все вас признают за мусульманок. А когда узнают, что православные, надо же, никогда не видели такие. Ну и дети так одеты у нас в храме. Прочитаем. Есть такая книга здесь. Здесь не прочитать. Вторая Ездры, 3.12. И там загадка была задана. Что самое сильное, самое мудрое, и оказалась женщина. Написано, женщина, сильнее женщины нет никого. И мужчины теряют голову из-за нее. И многие делаются рабами. И многие погибли. Воюет, грабит и все к ногам возлюбленной приносит. 4 глава, 14 по 22 стих. И 3 глава, 12 стиха прочитаете. Вот. Еще прочитаем. Ефесянам, Новый Завет, 5.33. Как вы должны относиться к женщинам? И как вы должны себя вести? Я вот смотрю, просто, тут догадываться не надо. У нас вот здесь храм святого Анфима Никомедийского. Живут разные. Самые ближние, кто живет, больше всех опаздывает. Даже не через дорогу, рядом. Уже все, 7 минут, тогда только идет. Два раза, если ты уже так сделал, вчера и сегодня, пиши объяснительную, читай там объяснительную. Правила висят здесь. У нас та же самая история. Мы живем на территории храма, и больше всех опаздывает именно женщина. И сказать нельзя, она при людях может поднять голос свой. Та и другая, это что? Это искушение, конечно, большое. У нас такие есть смотрители, я уж не говорю, просто такой-то, Игорь Дубунов. Даже с ним сцепятся, оговариваются прямо, ну, ругают. Вы что думаете? Притом он делает то, что положено, он говорит, написано. Обязательно хоть шепотом слово говорит. Ну, батюшка спросил. Ну и что батюшка? Батюшка не командует здесь. Он не может из тебя мужчину сделать. Жены ваши в церквах, да молчат, точка. Батюшке говорит там, махни рукой, выйдем там поговорим. Что вы трепещете перед батюшкой-то? Он человек смертный. Большая часть священников погибает. Если то, Иоанн Златоуст. Батюшка сказал, не разговаривать ни одного слова. Нет, что-то дошепнет, стоит где-то. Вы видите у себя этот порядок, и вы увидите, как душа ваша возрадуется. Это требует Писания, это требует наш устав. Мы прочитаем Ефесянам 5.33. В Новом Завете Павел пишет. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. И в советское время говорить боится своего мужа, значит, тюрьма тебя заждет. Феминизация, равноправие, женщины-космонавты, шахтеры у нас на тракторах. Но только не говорят, работали на тракторах, и дальше еще с ними было. И что? Да вот то-то и оно, что если люди не знают своего места в жизни. Женщина призвана облагородить жизнь эту. Люби отца и мать. С чем ты можешь воздать за родильные муки матери? Мудрость Востока говорит, если для женщины ты не на плитке, не на сковородке, а на впрыгаешь и на огне приготовишь, и тогда будешь должен. С чем воздашь за ее родильные страдания? А ты приучи сейчас в женщине видеть не предмет наслаждения, а предмет почтения, заботы о ней. И жена боится мужа.
шепотом, но священник обязан был сказать, боится. Как боится? Ну, на время получки. Живут как голуби, говорит, то она в косточку вылетает. Как? Да боится мужа. И муж, мужья, будьте благоразумны, не будьте слишком суровы. Почему? Что-то она тебе там не додаст, не изготовит. Нет, дабы не было препятствий в молитвах. На первом месте молитва. Молитва. Я вот рассказываю, когда людям, любит оговариваться. Оговариваться. И нашла, когда ем, глух и нем. Во время я завтракаю, а она в это время говорит, рот занятый. Я положил, встал, лез в руки, стал молиться, лежу, стоит рядом. Все, 100 поклонов положил, сел, а начинает опять говорить. Я второй раз на молитву гляжу, опять молится. Третий раз уже мне некогда садиться, я пошел на работу. Переживаю. Все, кончилось, больше нету. Если я сел, полное молчание. Я рассказываю это, потому что в жизни много бывает, 365 дней в году. Но есть одна такая мирская дата, 11 сентября, и люди знают, усекновение главы Иоанна Крестителя, 11 сентября. И были мировые события, это крушение двух небоскребов взорвали в Америке, самые высокие здания, там врезались самолеты, там прочее, хотя это не так было. Переворот в Чили, и 11 сентября у меня было вещание. Так, мы считаем далее. Иеремия 13, 22-26. Если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. И 26 стих. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Это говорится не о женщине. Хотя для женщины, представь, наказание какое, прилюдик сделать голой. Язычники так и делали, святая Агния. Ее взяли, раздели, перед народом показать. Она говорит, вы меня не осрамите, это будет засчитано Богом. И вдруг волосы выросли вместо всех сторон до самой земли, ее не видно. Можно не поверить, но житья святых не будет нас обманывать в этом вопросе. Были наказания такие, что раз она не покоряется, значит, надо что-то с ней сделать. И тогда указ вышел. Если встретите христианку, делайте, что хотите. Убивайте, что в руках есть. Это последний эдикт, где Диоклетиана был. Там против священников, там все подобрали, храм не закрыли. Она идет одна в храм, а он давно уже заприметил. Воин видит ее. Не один раз подошел. Тебя как звать? Она голову опустила. И он рванул с нее, и платок снял. Она плюнула ему в лицо. Он тоже кинжалом запорол ее. Житья святых. Что интересно, 5 глава чисел говорится, если на мужчину найдет ревность, мне кажется, моя жена была соседом, там вот такой вот. Что нужно делать? Женщину привести в храм, священник возьмет сосуд воды из пола, где там тысячи людей ходили, туда пыли, вот этим грязным смесью, на пол. Если живот у нее вспухнет, а как ему не вспухнет после такого обеда, то значит виновата. А если нет ничего, жена оправдалась. Да что за лекарство-то? Шарлатанство? Нет, брат, написано. А почему так? Бог взял на себя это. Ну, когда делают операцию глаза, вы знаете, как врачи надеты, не дышат, там стерилизация. А тут, наоборот, плюнул Господь из земли, из земелька, наша бабушка все рамки так лечила. Плюнула, помазала, никогда не загнила. И здесь глаза помазала, ты не умойся, и глаза откроются. То есть все наши вот эти дестерилизации и прочее, это, ну, понимаете, оно не перед Богом. Здесь определенно говорит, за грехи твои я подниму тебе подол на голову. В другом месте говорится, и переходишь поток, поднимешь до колен там, или пятки будут видать. Возьмите для себя это. Я не могу вам ничего приказывать, я просто считаю, что это из Библии. То, что вы делаете сейчас, шапочки разные надевают, собачьи, в храм тащат их, это не так. Ты должна быть одета по-христиански всегда. Есть наши вот сестры, которые так и делают. 1 Тимофея 2.11.12. Как выбирать? Вот по этим признакам выбирать. А вот где в семинарии, и там ну, рядом есть монастыри тоже. Вот смотрим мы, это Загорск называлось, это Сергиев Посад. И там девчата приходят, молятся, платья длинные, не красятся.
А священники ставят, когда женятся. Ну и многие выходят замуж. Я еще ни разу не видал, чтобы нормальный был брак. Он должен с родителями познакомиться. Я вот делаю печку. Хороший батюшка, а жена мирская. Приехал ее отец. И сидит под иконами, кащает ребенка, интернациональный гимн. Пойдем за власть советов, и как один умрем. В доме поет, а я у него печку делаю. А она ему прямо говорит: я тебе сказала люстру купить, а ты не купил. В церковь я не пойду больше, пока ты не сделаешь. Потом она говорит: в театр пойдем, хорошая пьеса там. Я в церковь не пойду. И мужик, батюшка, повторяю, хороший батюшка. Он тайно ко мне ночью не раз приходил. А что делать? Ничего, это твое бремя. Он строит храм, все в его руках. Он думает, как экономии сделать. Ну, ясно дело, что после службы он опять подвести надо, чтобы сторожа не разворовали. Так тебя дома долго нету. Если ты будешь так, я от тебя уйду. Он пришел к наставнику и говорит: наставник, что мне делать-то? Тут любой может, а жена одна, сиди дома. Да разве это ответ? Да она не имеет права пискнуть, говорить ему, он храм Божий строит. И она рядом и видит, что никуда шага лишнего не встроено. Он полностью подложил его. Это я говорю о том, что лично знаю, видел. И поэтому мужчина должен стоять на своем месте. И как Христос возлюбил церковь, так мужчина должен любить жену свою, если потребуется жизнь отдать. А она должна его слушаться. Да убоится, как бы его не огорчить. Вот Бога боимся не из-за того, что он только накажет, а то, что я могу оттолкнуть Бога таким поступком. Так, 1 Тимофею, 5 глава, 11-16 стих. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Женщины, не принимайте их там, о которых церковь заботится. И что дальше? Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам. И бывают не только праздны, но и болтливые. Болтливые? Женщины, болтливые. Зачем тебе разговаривать с людьми, которые не расположены к нам? Зачем ты все выдаешь? Каждый раз на тебя прятаться на улице разговаривать. А я не знала, что нельзя. Ты ничего не говори ни с кем. Ты с этими людьми говорила? Говорила. Дверь открыла, открыла. У нас сосед рядом в Барнауле. Она открыла дверь. Стоит, пошел за хлебом. Приходит, бабка зарезанная лежит. Я все говорю. Прихожу, спит на кровати. Дверь настежь открыта. Никого нигде нету. Открыто все. Что же вы делаете с собой? Она еще не осела в гробу, а ты опять второй гроб готовишь. Запирайтесь, чтобы лишний раз вас кто не видел. А если идешь куда, попроси у мужа благословения. Написала письмо, пока аминь муж не поставит, такой есть наказ, не отсылай письма. Он дан руководителем, он голова, а жена все остальное тело. Муж голова, а тело, а жена говорит: а я шея, куда шея повернет, туда и он. Шея не может думать, шея поворачивается туда, что думает голова. Она даже этого еще не знает, она думает, шею думает. Прочитаем еще. Второзаконие 17.17. Вот была такая заповедь. Можно сказать, наказ. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце твое, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. И сразу третье царство, это прямо, чтобы не было жен, сердце не развратилось. Третье царство, 11 глава. С 3 по 14 стих. Прочитаем. Нам это очень необходимо. Мне тему эту подсказали вчера. Я ее давно держу, а вчера просто подтолкнули меня из другого города. 11 глава, с 3 по 14 стих. Там написано, чтобы не развратиться, не умножай жен. Одно ребро взяли, ну и довольствуйся, Бог все ребра у тебя не забирал. Из одного. А теперь уже начинает их жену. А ты знаешь, у человека все маленькие пальцы, все наполнено мозгом. Нет мозга только в ребрах. Она говорит, ребро, да притом изогнутое, да с левой стороны. Да Бог его знает, с левой или с правой брал, нигде не написано. Жена бывает намного острее мужа в делах житейских. Ян Затонс говорит. И когда придет муж с храма, расскажи, что ты слышал здесь. У нее своя аудитория, дети, слуги, тогда слуги были где. А ты с подругами, когда где
По телефону говоришь или лично, спроси, как твои дела, сестра, какое место Библии считаешь. Вы найдите вот для себя это занятие, а не так, что праздное любопытство, ходят из дома в дом, слышите, что было? Павел это знал. И Тимофею говорит, насади это, чтобы не ходили по домам. И бывают болтливые, говорят, чего не должно. Если вы не испытывали, я испытывал не раз это. Зачем? А я не говорил, а тоже своя сестра, так же не говорил, ты же только говорила и не раз это. Она тоже забывает. В школе учится женщина, не женщина, девочка сейчас лучше, чем парнишка там. А быстро деградирует. Уже где-то в 60 лет она все забывает, и, хотя живет на земле в среднем на 13 лет больше мужчины. Церковь-то. Отец Дмитрий Смирнов говорит, у нас, посмотришь, они бабы, бабы. А где мужчины? Побили, спились. Ну и все проще такое, еще после военного времени. Поэтому женщины должны заботиться. Я видел, как мусульманам преподают. Сестры дорогие, ваш муж на работе, он придет. У тебя что-то не ладится. Может, он не так сказал, ушел. Встреть его с любовью, чтобы одного слова не было против. Ты же в гроб его загоняешь. А переживания, сердце, ну, когда трясет его со всех сторон, не на нервы все это идет. А это уже половина болезни в тебя вхожа. И все это от вас зависит. Молодые, написано, научите любить молодых, чтобы учили любить мужей, старицы, учите любить. Да все любить, она сама разберется. Нет, Павел говорит, учите любить. Так, 3 Царств 11.3.14. Слушайте внимательно, там не имей жен, а дальше что случилось? И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в одни твои я не сделаю всего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего и сторону его. И не все царство, и не все царство и сторону. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. И воздвиг Господь противника на Соломона, Идеры идумеянина, из царского идумейского рода. Значит, беречь надо девственность не только девочек, но и мальчиков. Я ехал однажды с этим человеком, который разбирается. А я определяю болезнь, говорит, рот раскрыть, у него карта во рту есть. Я говорю, какая карта? Ну, этому учиться надо, на небе отражается где-то. И она едет со мной, молодой юноша. Я хочу узнать. Она посмотрела и не стала говорить, что. Потом говорит, там уже женщин познал. Это отображается на небе. Я могу с человеком этим познакомить даже вас. Она один другой раз, и я понял, что действительно так. И когда в 5 главе числа говорится, когда ревность у мужчины, и что нужно, что жена ревнует, этого нету. Она не имеет права ревновать. Нету. Вообще нету. А кому будет ревновать Ребекка? Ли? Служанкам? У Якова-то 4 женщин, 12 сыновей было. Кому? У мусульмана это есть книга такая, Коран, 4 сура, 3 аят, 4. А разводиться хоть сколько может. И даже я читал, правда, 200 уже раз развелся, но ни разу не нарушил. Одно выбрасывает, следующее берет. И при том, ну, ясно дело, что это никто его за это даже своей нет, но он не нарушил закон. У нас не так. 3 раза еще можно. 3 раза. 2-й раз женится, бывает, умерла или потерялась. На 2 года в этот же день повенчали,
Священник имеет право пойти на свадьбу там к ним домой, и на 2 года оба отлучаются. А бывает, и вторая погибла внезапно. Молодой женился 3-й раз. После венчания обоих отлучают на 5 лет. Канону. Да как еще тогда? Церковь все знает, 4-го брака нету, не существует. И поэтому, когда со мной встречаются где-то мусульмане, я говорю, вы ничего не знаете, ни Библию, ни свою книгу, просто куча развратников. Женщины, да, бережете своих, а здесь что вы делаете? Что вы делаете здесь, когда приезжаете, торгуете? Итак, 1 Тимофея 2.14, еще прочитаем. 2.14. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Это доказательство, почему должна слушаться. Да она умнее 10 раз его бывает, он такой мужик. А Ева, а при чем? Другого доказательства нету. По закону. У нас ценится, что у нее высшее образование. У них, оказывается, если у нее высшее образование, за нее меньше платить надо. За это надо 3 там коровы отдать колым, а который учился в университете, только 2. Больше 3 надо, а зато 2. Та послушная. И когда спрашивают, почему европейцы по журналам ищут невест западных, не в этой, не в Туркменистане, не в Дагестане, а там, которые настоящие где-то, знакомятся, выписываются и женятся. А почему? Все ответили одно, она послушная. И когда я в командировке, я знаю, она никуда не пойдет. И платят деньги родителям, ну, это только те, которые имеют, что это. Итак, научите своих детей правильно выбирать жену. Раньше были сватьи, они хорошо все знали. А сейчас электронная. Заложи, что тебе надо. И тебе выдадут, которая это именно ищет, и ты сойдешься с ним. А нам дано одно – молитва. И вот эти, которые там есть, около семинарии-то. Я жил одно время у одного хорошего протоиерея. Ну как, я говорю, зачем ты на ней женился-то? У него подозрения такие есть, она не слушается. Молодой был. Подтолкнул там настоятель, женись, вот смотри, какая красавица, ее ростом подходит. Действительно, в ней все есть, вся стать, но это плоть. И она ни одного слова не дает сказать. Учить жене не позволяют, Павел говорит, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. И опять, быть в безмолвии. Я на то говорю, ты вышла замуж, превратись в камень. Научи дочку молчать. Научи. И чтобы был такой муж, как у нас некоторым, что молчит, и она молчит, и с первого дня у них идет как есть. Это редкий случай. Это значит обе семьи верующие. Вот об этом заботиться, а не то, как ее пристроить. Как пристроишь, так и выстроится. Туда пойдет она. А развестись это очень просто. 10 детей, 15, она махнула рукой, суд на ее стороне. А ты будешь только кормить, не знаю, чего кормишь. Итак, мы сегодня немножко коснулись темы дева. Сохранить девственность у своих дочерей. Помочь принять православную веру, где мы считаем честнейшую херувим и славнейшую для сравнения с серафимом. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.